Чем мы сейчас приезжаем? Рязанская ГРЭС. Кто там? Кто проектировал-то? Ты? А ты там работала, да? Борис Константинов. Ага. Смотрим, что тут мама проектировала. Такие красненькие трубы. Где это? Где это? А, вот. Да. Это редуктор приводной. Ротор... 40-летие ГРЭС. Вот так, читай. Видите, ротор какие? Приводной. Мама, что такое ротор приводной? Это первая турбина. Ротор, это который приводит в действие генератор. Вот. Смотрите, как заботились вот, в советское время, как заботиться о людях. Зеленые елочки посадили, чтобы красиво люди были. Аллейки везде зеленые, чистота и порядок. Рязанская ГРЭС, пропускные это самое. А там были маленькие такие машинки, дорожки. Улыбочки, да. Пожалуйста. А еще там машинки ездят, да, поэтому. Нет, вот турбин, смотри. Ну, я уже смотрела турбину. Угу. Я уже сфотографировала твою турбину. Вот туда, мама сказала, сфотографируй турбину. Фотографируй. С моим задом. Ну, а что она такая ржавая, твоя ГРЭС, вот тут, с этой стороны? Я думаю, смотри, так сколько ей лет. Алена, что она такая ржавая? Вот что твоя ГРЭС ржавая? Вот здесь перевозят ГРЭС. А сейчас мы въезжаем, вот эта дорога ведет конкретно к плотине. Прямо к нашему дому. Вот, смотрите, сейчас, какие вот они ржавые. Ну, в советское время все за этим следили. Вот. Сейчас следят. Но тогда ржавчины не было, все блестело. Ну, было молодое, а сейчас же в советское время, когда был. Да, а что ты не напроектировала сразу? Было хорошо. Сразу нержавеющие. Да. Они подкрашивали, всегда следили. Директор всем знаешь, как даст по шее, если что не так. Она записывает. Смотри, кругом. Ну и что? Порядочек. Ну тоже молодцы, уже порядок. Вот это топливо тут по центру. Это очень, видите, ну, я записываю. Не экологически. Не экологически. Экологически или не экологически? Да. Уголь надо целый хвост пристраивать, чтобы очищать воздух. И все отходы, дымы, копоть, все это стоит оборудование денег. Ага. Самое выгодное экологически чистое – это атомная станция. Безопасная. 6 степеней очистки? А, защиты. Защиты. Да. Ну, имеется в виду водоводяные реакторы, угу. Которые мы продаем на экспорт успешно. А что, у нас таких нету? Только на экспорт? Себе не оставляем? Нет, у нас фитнес-клуб. Смотрите, фитнес-клуб сделали. А раньше такие. В Нововоронеже, Ленинградская. А-а-а. Ну, не наш, правда, не наши. Мы строим белорусское. У нас сейчас Курскую строим. Так что у нас много таких новых, хороших, современных станций. Понятно. Которые 440-е старые, но они были прогрессивные в свое время, в 70-е, 80-е годы. Но у них выводят уже из строя, потому что эксплуатация сначала была 30 лет, потом завод продлили до 50-60, но и это время уже прошло. Сейчас блоки уже мощностью до 1200 мегаватт. Они работают 60 лет. Один раз в год меняется топливо только. Один раз в год ядерное топливо. И чистое отходы выходят из трубы. Один чистый. Ну, должен управлять очень грамотный, обученный персонал. Но его же учат? Безусловно. У нас на Нововоронеже учат. У нас техническая академия в Ленинграде. В Санкт-Петербурге, где очень, учат. Да. Хорошая всех академия. Учат, да. Учат для китайской станции, учили для индийской. Ага. Сейчас целый тренировочный комплекс построен в Китае по нашему проекту. Вот так. Учат китайские.
завод по немецкому поступку. Нет, немецкий завод. Здесь по немецким технологиям вот эти вот блоки делали строительные. Ага. Цементные. Не цементные, а бетонные такие, да, бетонные каменные. Вот. И сейчас все раньше было завалено, а сейчас почему-то нет. То ли он закрыл. Он же мог уйти. А нет, вот они, видишь, упакованные. Вот, все. Зачем? Завод этот. Я бы школы Лариса. Стоит вагон для продуктов. Ключик у нее в руках. Не ключик, а это. На шее. С продуктами. Нет, это не ключик, я забыла, как это называется. Вот давишь, и на ней получается европродукт. Европродукт, если надавишь на ключик? Да, не на ключик. То есть, система, надавишь на ключик, получится европродукт. А вот этот немецкий завод, типа немецкая технология, блоки вот эти вот. Вот, видишь? Элемент называется. Элемент, элемент, да. Элемент строительный. Элемент строительный, понятно, да. А вот слева какой-то заброшенный элемент. Наш домик синий. Синий, да. Синяя наша теплушка. Элемент строительный. Вот. Так, дальше прям поехали домой. Выезжаем на Гресс. Прям на Гресс, прям выезжаем. Прямо на Гресс. У нас тут река Броня. А вот река. Водохранилище слева, посмотри. О, а вон голуби. Это надо выходить. Водохранилище. А мы сейчас остановимся. Здесь я тебя останавливаюсь. Ага. Запретная граница. Запретная граница. Вот мы сейчас проедем вот там. Видишь, смотри, а какое тут целый Гресс. Mm. А с этой стороны болото, была река. С этой стороны болото. Ну, не совсем болото, но речка такая. А там прям огромное водохранилище. Вот, а с этой стороны водохранилище. Вот его спускают. Да, вот не видно. Да, я вот... Куда-то я наступила в какую-то... Да, вот он. Мы там проезжали, ничего не видно было. Там вдалеке вот Гресс стоит. Вот. Тут мы проезжали по мосту, тоже вот все там перерабатывается. Там. Еще очень красиво. Да, я смотрю под ноги. Затон. Тут советчики. Вот, поехал. А вот она, станция Гресс. Ну, там было нельзя останавливаться. Я иду по какой-то грязи. Небо просто чудесное. С этой стороны белое. С этой стороны черное. Там еще чернее. А тут вот. Мы тут проехали.